мы в Сноутоне. Сейчас мы идем в край Сноутона. И мы будем идти вон туда, там, где есть вот эта маленькая тропинка. Старая будка. Мокрые камни. По ним течет вода круглосуточно. Постоянно вода течет. Влага выступает и течет. Ой, они купаются. Этот лед плавится и превращается в воду. Тоже превращается в воду, превращается в маленькую речку. И все камни мокрые. Все мокрые на горах камни. Абсолютно. Течет отовсюду. Я вижу, что небо закрывает воду. Да. Видите? Ага. И мы туда идем. Куда, на вершину? Да. Точно. Если вам повезет, то вы можете найти маленькие кристаллы, например, такой вот. За него я уверен, что можно что-то купить. Thank you.
теперь тут почти ничего не видно. Если мы чуть-чуть повыше, то есть повыше вон туда мы поднимемся, мы окончательно еще не будем видеть. Его ждет облака. Здесь ступеньки сделали. Просто сделал фотку. Вот так. Здесь коротенькое видео, здесь фотку быстро. Я вижу, что он с щипцами. Спускаемся вниз на землю, с неба. Да, Илюша? Спускаемся. Мать! А вот мы встретили кого? А Илюша за тебя не переживал вообще. Ну что, как ты долезла сюда? Ну ты торкнулась, ты уже торкаешься. Маши ему, Илюшка. И он нам ответил этот вертолет. Конечно. Почему он так летит прямо? Till av nyken tarm. Både runden är det lusterhanna vi.